Государственно-частное партнерство, сокращенно ГЧП, это форма взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса для решения социально важных задач. Оно распространено в 150 странах мира, в том числе в России. К примеру, в Санкт-Петербурге по такой схеме строится завод по переработке твердых бытовых отходов, реконструируется аэропорт Пулково. В Приднестровье подобные формы взаимодействия бизнеса и государства нет, но первые шаги к ее появлению уже сделаны. Концепция подготовлена в рамках принятого закона о государственно-частном партнерстве и затрагивает такие сферы, как здравоохранение, образование, сфера жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, ввиду того, что данные сферы наиболее проблемные и требуют значительных серьезных финансовых ресурсов. В нынешних условиях государство не может позволить себе больших затрат на масштабные социальные проекты и надеется привлечь частный капитал в эту сферу. В правительстве обещают, что партнерство будет действительно взаимовыгодным. Есть преимущества и для частного партнера. Возможность привлечения долгового финансирования, сохранение стратегического контроля за создаваемыми активами путем передачи управленческих функций специальной проектной компании. Это затраты на проект в установленной доли с государством и гарантии государства по возврату вложенных средств в виде права на получение доходов от платной эксплуатации тех либо иных проектов. В ближайшее время должен быть составлен перечень объектов и общественно значимых услуг, на базе которых впоследствии могут быть созданы государственно-частные партнерства. По итогам утверждения списка объектов мы должны будем составить и утвердить перечень проектов государственно-частного партнерства, а также требования по подготовке проведению конкурсов по выбору частного партнера, по организации экспертизы проектов и конкурсной документации. Планируется, что после утверждения проектов и определения инвестора между государством и частным партнером будет заключено соглашение. Рекомендации по их реализации, а также типовые документы уже разрабатываются Минэкономразвития. Как отметила Алевтина Слинченко, в концепции предложен четкий план реализации обозначенных мероприятий. Документ был одобрен членами правительства. Степан Бугаев, Андрей Малеванный, Александр Тыш, Первый Приднестровский.